Физкультурно-оздоровительный комплекс является одной из единиц Брестской физкультурно-оздоровительной службы. Для микрорайона «Восток» это важное учреждение. Традиционно в день открытых дверей здесь стараются показать все самое лучшее, что имеет комплекс с большими спортивными традициями. Здесь у нас в физкультурно-оздоровительном комплексе много арендаторов. Арендуются в основном это танцы «Райс». Здесь существуют у нас бильярдные секции, секции футбола. Самая основная задача физкультурно-оздоровительной службы – это оздоровить нацию, оздоровить детей, взрослых, приучить к посильным занятиям спорта, всеми видами спорта. Каждый спорт дает свои положительные результаты. Площади ФОКа арендует большое количество предпринимателей, оказывающих услуги по поддержанию здорового образа жизни, а также эстетическому воспитанию. Например, студия танца «Райс Дэнс». Тренируются здесь любители настольного тенниса «Тэквондо». Однако все же главная изюминка спортивного комплекса – бассейн. Условия обучения, материально-техническая база и талантливые педагоги творят настоящие чудеса. Сегодня здесь с удовольствием рады предложить как специальные курсы для детей, так и семейные занятия. Конечно, полезно для ребенка такая форма работы, потому что это и взаимодействие с родителям, больше идет контакт, доверие детей. Как ни крути, но это только для укрепления здоровья ребенку пойдет. И закаливающие процедуры, и работа с родителем. Своих воспитанников ФОКи ждут весь сентябрь, так что у тех, кто еще не определился с занятиями для себя и своих детей, еще есть время, чтобы прийти и записаться.